Суд вынес приговор бывшему начальнику отдела Ростехнадзора Магнитогорска за взятки на сумму почти в 1 миллион рублей. Мужчина вину признал и заключил досудебное соглашение. Следствием установлено, осужденный Владимир Скрипников брал деньги около 3 лет. Взятки давали представители коммерческих организаций за непринятие установленных законом мер по выявленным в ходе проверок нарушениям. И когда об этом узнали, к делу подключились ФСБ. Напомним, главу Магнитогорского Ростехнадзора задержали в апреле. В тот момент, когда представитель коммерческой организации отдавал 40 тысяч рублей за подписание разрешения на ввод в эксплуатацию газового трубопровода. Здрасте. Федеральная служба безопасности. Глушите двигатель. Ваша фамилия, имя, отчество? Фамилия, имя, отчество? Суд признал Скрипникова виновным по статье получения взятки и назначил ему наказание в виде 5 лет условного лишения свободы и оштрафовал на 1 миллион 300 тысяч рублей.